Любовь сильнее страха и цепь солидарности и любви. В российских городах прошли сегодня акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, его жены Юлии и женщин-политзаключенных. Участники выкладывали на снегу сердечки из свечей и зажигали фонарики. В Москве задержали одного человека, в Казани – 9. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге женщины выстроились в цепь с белой лентой, простояли так более 2 часов, и эти акции стали первыми с начала года, которые не разогнала полиция. Свобода политзаключенных! Свобода политзаключенных! Свобода политзаключенных! Свобода политзаключенных!